закончились новогодние праздники. А это значит, что пришло время избавляться от новогодней елки. Ульяновцам к этому вопросу нужно подойти сознательно и выкидывать елку не там, где придется, а на специальные контейнерные площадки. После празднования Нового года, Рождества и Старого Нового года на улицах города появляется огромное количество пожелтевших и осыпавшихся елей. Люди оставляют отработанных лесных красавиц где попало – у подъездов, на детских площадках, у мусорных баков недалеко от дома. На практике получается, что такой новогодний мусор может кочевать на территории города и портить его облик до следующего года. Мало того, пожелтевшее препятствие на дороге обязательно станет травмоопасным для детей, пожилых людей и братьев наших меньших. Как отмечают специалисты Министерства природы и цикличной экономики области, в этом году сбором елок и елей занимаются все официальные региональные операторы. Прокатившись по нескольким адресам, заполненная до краев машина отправляется на мусороперерабатывающий завод. Там елки сбрасывают специальную дробилку, которая вырабатывает до 50 тонн древесины в час. Немецкая техника за секунды превращает дерево в кучу опилок. Происходит процесс дробления, и затем они отправляются на биокомпостирование для производства технического грунта. Есть еще один путь – это коммунальные арт-объекты. Такие площадки мы уже делали. Одна из таких площадок 2 года стоит на улице Ленина. На просторах интернета можно найти много полезной информации по способам утилизации елки. Однако некоторые умельцы вообще не советуют выбрасывать дерево. Хвоя может пригодиться в корм различным домашним животным, а ствол дерева можно распилить на несколько частей и из полученных кругляшей сделать бордюр для цветочных клумб, к примеру, на даче. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.